Здравствуйте, с вами Милана Смицкая. Сегодня я хочу предоставить вашему вниманию макетное платье из ниточек Magic Romance с люрексом. Мы вязали с вами узор павлинье перья. И я вам рассказывала, что когда-то давно я вязала из таких ниточек белое длинное платье в пол. Вот таким узором я вязала на заказ. Платье было очень таким красивым. Заказчице понравилось. И я вот решила связать макетное. У меня был один моточек. Я покупала 8 лет назад, да, такую пряжу. Один моточек был, и я решила вот связать такое маленькое макетное, чтобы показать вам. Вяжется оно одним полотном, вот как шарф, да. Если кому-то будет интересно, вот, я расскажу, как вяжется такое платье. Платье смотрится очень роскошно. А вот. Вот так вот. Если будет интересно, я расскажу и покажу расчеты, расскажу, какие были. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. До новых встреч!